С нами звезда всех площадок уличных и закрытых Максим Клыков. Он же действующий Бизон. Максим, какими судьбами? Приехали поболеть за своих товарищей по команде, за Женю Журавлева. Счет до сих пор ровный. Вопрос, кто победит? Ну, мы конечно, ставим на симпатии на стороне Марки. Так, симпатия, а по существу? Ну, и по существу, я думаю, тоже. Потому что у МГУ все-таки состав немного видоизменился. Вот, и мне кажется, и по физике они не дотянут до конца. То есть, на ваш взгляд, Марка? Да. Так, а во второй паре московский с Роснефтью? Здесь сложно сказать. Я еще не видел полные составы, кто приехал, вот, и кто будет играть за московский, за Роснефть. Вот, сложно сказать. И уже в зависимости от того, кто выйдет на площадку, вот, и какая будет скамейка у каждой из команд, можно будет говорить там, о каких-то предпочтениях. А Роснефть без изменений будет. Единственное, будет ли Гюнтер? Ожидается. А у московского там, говорят, и питерская тусовка, и Строилов со Звоновым, Мазур. Ну вот про Звонова я что-то слышал, что вроде как это. Ну не знаю, посмотрим. Если все будут, то я думаю, что московский должен быть. Ага, ладно, спасибо.